Компания Neoline представляет вашему вниманию двухканальный видеорегистратор скрытой установки Neoline GTEC X27. Это универсальное устройство, которое выполняет функции панорамного зеркала заднего вида, двухканального видеорегистратора, парковочной камеры и GPS-информера. Фронтальная камера ведет съемку в разрешении Full HD. На видео можно рассмотреть все детали как днем, так и ночью. Благодаря углу обзора 150 градусов по диагонали в кадр помещается 5 полос дорожного полотна. При этом отсутствует эффект рыбьего глаза, как в устройствах с более широким углом. Камера заднего вида подробно фиксирует происходящее позади автомобиля в HD разрешении и поможет составить полную картину в случае ДТП. Дополнительная камера выполняет роль парковочной. Как только вы включаете заднюю передачу, на дисплее диагональю 4,3 дюйма автоматически появляется специальная разметка для комфортной парковки. Форм-фактор модели позволяет забыть о постоянной установке и снятии до и после поездки. Для того, чтобы камера вела съемку на парковке, устройству не нужно внешнее питание. Видеорегистратор автоматически начнет запись в случае срабатывания G-сенсора. Диагональ экрана 4,3 дюйма позволяет комфортно просматривать видео и устанавливать настройки. В выключенном состоянии дисплей совершенно незаметен, а регистратор превращается в панорамное зеркало заднего вида. Установка производится на раздвижные прорезиненные зажимы, которые исключают тряску регистратора при езде по неровным участкам и позволяют использовать модель практически с любым штатным зеркалом заднего вида. Дополнительно устройство фиксируется двумя резиновыми растяжками. Регулировка угла обзора объектива возможна как по горизонтали, так и по вертикали. Водитель может настраивать положение зеркала на свое усмотрение. Модель обладает продвинутым фирменным GPS-информером. Аналоги в регистраторах со схожей ценой предлагают низкую информативность, отсутствие важных настроек и редкое обновление без камер. Система SpeedCam, установленная в GTEC X27, не уступает системам в более дорогих гибридных регистраторах. Устройство предупредит пользователя о 12 типах радаров, включая радары в спину. Предусмотрен интеллектуальный алгоритм обработки комплексов расчета средней скорости. Алгоритм позволяет сбрасывать оповещение при съезде с участка, на котором ведется контроль, оповещать о превышении скорости, корректно обрабатывать другие GPS-точки на участке, где ведется расчет средней скорости. База содержит данные по 45 странам и регулярно обновляется. Как и во все видеорегистраторы Neoline, в модель GTEC X27 встроена фирменная система диагностики, которая предупредит об остановленной съемке, например, из-за повреждения или отсутствия карты памяти. Neoline GTEC X27 – двухканальный видеорегистратор в форм-факторе зеркала заднего вида. Функция парковочной камеры, максимально скрытая установка, продвинутый GPS-информер и многое другое. Уже в продаже.